Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня 15 яра, огромный праздник. Сегодня второй Песах. Что это за второй Песах? Какой огромный праздник? Да, сегодня принято кушать мацу. Сегодня мы не читаем молитвы про исповедь о грехах, потому что сегодня мы радуемся, сегодня нету грехов, сегодня великий праздник. Что это за праздник, о котором даже многие не знают? Много лет назад, когда евреи приносили пасхальную жертву в храме, были люди, которые были нечистые. Они, по одному из мнений, они несли останки Иосифа. И когда ты прикасаешься к останкам, ты нечистый. Нечистые не могут приносить жертвы. По всем законам, по всему вот четкости закона, они не могли, по строгости закона, не могли принести пасхальную жертву. Вообще не могли. Вдруг идет Муше, великий праведник, пророк, отец всех пророков. И они ему кричат: «Моше, чем мы хуже? Чем мы хуже остальных?» Почему они приносят жертву, приближаясь к Богу? Жертва на иврите «корбан» от слова «коров», ближе к Богу. Они приближаются к Богу, а мы не можем. Кричат. Очень искренний, очень сильный такой крик души. Моше Рабейну смотрит. Секундочку, есть закон. В нашем мире есть очень четкий закон, есть физические законы, закон гравитации. Кто прыгает с окна, не дай бог, он разобьется. Это нельзя поменять. Он не может сказать: я хочу летать, не хочу закон гравитации, вот такого у меня сегодня настроения. Нет, прыгнешь, упадешь, сломаешь ногу. Есть законы. Говорит Муше, есть закон. В храм можно принести жертвоприношение только человеку, который чистый. А который сейчас прикасался к костям, к останкам Йосефа, это огромная заповедь. Нести останки великого Йосефа, это просто мечта соприкоснуться с такой заповедью. Но, увы, по закону вы не можете. Они пришли и кричат: нет, нам сейчас не интересны твои законы, строгость закона, не надо нам сейчас вот этого. Мы хотим служить Богу. Узнай, что там, что можно сделать, придумай что-то. Моше, когда увидел вот это искренний, невероятно сильный порыв, когда вам говорят: дверь закрыта, закрыта дверь. Тора, Бог сказал, что для вас дверь закрыта. Вы не готовы мириться с этим? Моше Рабейну сказал: секундочку, хорошо, интересно. Пойду поговорю с боссом. Поговорил он с Творцом, Творец говорит: ничего себе. Эти люди просто, они не могут смириться с тем, что для них закрыта дверь. И этот праздник Песах для них прошел. Говорит Всевышний Моше: пиши. Новый праздник Песах второй. Второй шанс. Те, кто были далеко в дороге. Те, кто были нечистые по какой-то причине и не смогли принести Песах в нужное время. У вас есть второй шанс. Второй шанс через месяц. Секундочку, друзья. День рождения празднуют тогда, когда человек родился. Невозможно праздновать день рождения, когда просто какая-то дата не имеет отношения к дню рождения. Что происходит? Какой второй Песах через месяц? Песах был 15-го Нисана. Вышли из Египта 15-го Нисана. И свет божественный, все, что происходило в духовных мирах в этот день, когда выходили из Египта, оно осталось на вечность. В эту дату, именно 15-го Нисана, невозможно поменять, сделать второй Песах. А мы видим, что возможно. Когда у нас есть порыв, когда мы не готовы мириться ни с чем. Вот мы хотим к Богу, мы хотим сделать заповедь. Нам не, ну просто, мы не готовы вообще ничего слышать. Дайте нам Бога, дайте нам второй Песах. Всевышний говорит: хорошо. Это невозможно, но я для вас это делаю. И теперь у нас есть второй Песах как праздник второго шанса. Как важнейший праздник понимания, что никогда не поздно. Ецар ара приходит и говорит: слушай, ты куда собрался? Богу молиться? Да ты вспомни, ты 100 лет ему не молился. Куда ты пошел? Плевать, я иду молиться. Сегодня мой новый день, сегодня новый я. Я иду служить Богу. Когда мы открываем новую книгу, хотим проучить новый какой-то трактат в Талмуде, и говорит нам Ецер ара: секундочку, ты 50 лет не учил Тору по-нормальному. Ты куда сейчас пошел учиться? Позорище!
мы ему отвечаем: это мой Песах второй, у меня сейчас новая жизнь, и я беру свой второй шанс. А есть у нас второй шанс, и это учим мы из сегодняшнего праздника Песах. Мы знаем, что значение грамматическое слова Песах – это перескочить. В первый Песах 15-го Нисана Всевышний перескакивал через дом и искал, где праведники, чтобы их спасти и наказать грешников. Он прыгал буквально через дома, он перепрыгивал. Второй Песах тоже называется перепрыгивать. Что мы перепрыгиваем? Все правила. Нету никаких правил. Да, Песах должен быть 15-го Нисана. День рождения мы празднуем в день рождения. Но когда есть крик души, когда мы хотим чего-то так сильно, никаких правил. Мы перепрыгиваем через любые правила, и Всевышний нам дарит второй праздник Песах. Дорогие друзья, этот день кажется сегодня обычным днем. Но это важнейший урок. Йецер ара, его задача показать, доказать нам, что все поздно, двери закрыты, ты упустил свой шанс, ты загубил свою жизнь. Этот праздник говорит, что такого просто не может быть. В любой момент времени, неважно какой возраст, неважно где мы находимся, все можно исправить. И мы обязаны найти в себе силы, победить Йецер ара, сказать ему: сегодня мой личный Песах Шени, сегодня мой второй Песах. Да, какие-то годы я упустил, не имеет значения. С сегодняшнего дня я буду служить Богу лучше. С сегодняшнего дня я стану новой версией себя, буду помогать людям и служить Творцу. Второй Песах как символ обновления, символ надежды и важного, самого важного правила: никогда не поздно все изменить.